пятый год подряд я приезжаю в Турцию и ни разу не была в Стамбуле. Мне так интересно посмотреть, что же это за такой город, о котором снимают столько фильмов и столько говорят. Вдохновил меня на поездку сериал «Великолепный век», который полюбился многим из нас. Я очень ценю свое время, именно поэтому я остановилась в отеле, который в шаговой доступности от всех достопримечательностей. Это Голубая мечеть или мечеть Султан Ахмед. Построил ее Султан Ахмед I в 16 веке на деньги из своей казны. А слева от меня находится памятник византийской культуры – собор Святой Софии. А в этом розовом здании находится хамам Хысыхи Хюрем Султан. Здесь ходят туристы, внешний вид которых меня немного пугает. Они все ходят в парандже, причем черного цвета, и видно только глаза. А у некоторых не видно даже глаз, потому что они надевают солнечные очки. Вот смысл делать селфи, если не видно ни лица, ни волос, ни фигуры. Девочки, мой вам совет, просто меняйтесь фотографиями, все равно непонятно, кто на ней. Позади меня вы видите ведущее высшее учебное заведение Стамбула и Турции. Это Стамбульский университет. Это улица Истикляль или местный Арбаз. Здесь очень много магазинов, а еще ездят такие маленькие старинные трамвайчики. Я не такая, я жду трамвая. На этой же улице находится католическая церковь святого Антония Падуанского, построенная в 1912 году. Неподалеку от дворца Сулеймана находится парк Гюльхане, и я решила в нем прогуляться. Гюльхане означает «дом роз», является самым древним парком Стамбула. Прогуливаясь по нему, можно увидеть стены дворца со всех сторон. Подписывайтесь на мой канал и смотрите мои новые блоги. До новых встреч!